В 2016 году международный рекламный холдинг Havas Media провел исследование на предмет наличия экономических страхов у населения в разных странах. В России результаты опроса о том, чего больше опасаются граждане в своей экономике, разумеется, отличаются от результатов из других стран. В чем различие, узнаем у нашего финансового обозревателя в рубрике «Экономический ликбез». Как пишет издание «Коммерсант», согласно результатам опроса, больше всего россияне опасаются реализации следующих сценариев. Это дефолт государства, 56% опрошенных, необходимость финансово поддерживать своих взрослых детей, 50%, потерять инвестиции боятся сегодня 46% россиян. По-моему, все логично, или все-таки такого рода опасения существуют только в нашей стране? Ну, данные опасения вполне объяснимы. Если вспомнить лихие 90-е и начало нулевых, то слово «дефолт» слышал, наверное, каждый житель России. Дефолт касался как всего государства, так и отдельных людей. Вспомним только 1998-2008 годы. Тогда происходили сильные колебания на финансовых рынках. Национальная валюта сильно обесценилась, что приводило к так называемому дефолту множества экономических субъектов. А что касается опасений финансово поддерживать своих взрослых детей, то эта проблема, на мой взгляд, что называется, более молодая. В сложившихся условиях есть множество факторов, которые могут сказаться на благосостоянии молодого поколения. К их числу отнесем высокую закредитованность людей, высокие риски не найти работу с адекватным уровнем заработной платы, но и добавим сюда относительно невысокий уровень финансовой грамотности. И третий страх, который выделяют сегодня эксперты, это страх потерять инвестиции. Действительно, в наших условиях скопить, сберечь свои кровные – это задача, которая порой становится невыполнимой. Плюс ко всему, в нашем обществе еще свежа так называемая историческая память. Память эпохи ваучеров, МММов, хопер-инвеста и других пирамид. Но что касается страхов граждан других государств, то, к примеру, за рубежом больше всего боятся оказаться без средств в старости 39% опрошенных. А потерять инвестиции боятся 33%, и невозможности оплатить текущие счета также 33%. Получается, что граждане зарубежья больше переживают за свою обеспеченную старость, в то время как наши люди боятся экономических потрясений, что называется, здесь и сейчас. Да, и этот феномен вполне объясним. Человек боится потерять работу сейчас, и человек переживает, что не сможет помочь своим детям сегодня. В результате перспектива старости не так уж важна, выжить бы сегодня. В то время как граждане других государств, где, как правило, уровень жизни выше, не переживают за жизнь сегодня, а заботятся о жизни, что называется, завтра. Какой вывод из этого можно сделать? Некоторые страхи относительно экономического будущего – это наследие эпохи переходного периода. Такие переживания, как, например, дефолт государства, сегодня уже не актуален. Остальные фобии относительно экономического будущего находятся в компетенции государства. Однако мы все понимаем, что проблема в одночасье не решится. Тогда, может быть, просто постараться изменить к ней отношения, попытаться перестроить образ мышления и подумать о собственном будущем уже сегодня. Чтобы жить сегодняшним днем, предлагаю поговорить о насущном, о курсе рубля на сегодня. На прошлой неделе Банк России понизил ключевую ставку на 0,5% пункта до значения 9,25. Основной причиной понижения ставки явилась благоприятная ситуация в части таргетирования инфляции, то есть управлением инфляцией и удержанием ее в заданных пределах. Напомню, что Банк России установил целевое значение по инфляции в пределах 4%. А сегодня, по официальным данным, текущая инфляция составляет 4,3%, что близко к целевым значениям. Снижение ставки рефинансирования сильно не повлияло на курс валют, и сегодня курс рубля находится в значении 56,70-57,20 рублей за доллар. Но официальный курс валют от Банка России на сегодня – доллар 56 рублей 95 копеек, евро 62 рубля 15 копеек. Лучший курс доллара в читинских банках сегодня – покупка 56 рублей 75 копеек, продажа 57 рублей 15 копеек. Но на этом у меня все. Вас поздравляю с майскими праздниками. Увидимся. Спасибо, Максим. Напомню, мы говорили сегодня об экономических страхах россиян. Если вы включили телевизор слишком поздно, смотрите «Экономический ликбез» на нашем сайте zap.tv. Валютный рынок всегда в движении. Каждая секунда – это возможность заработать на курсах валют. Научись искусству трейдинга у профессионалов. Аль-Пари.